Димон там. Бойда где? Бойда без вас, да? А, твой, твоего не видел, нашего другого. Бойда без свободы, не знаю. Пришли. Один сдан в прошлом году, слава богу, правда, с отставанием на 2 года. Поэтому нас, конечно, беспокоило, насколько завод вошел в ритм. Действительно, где-то до 2017 года, до начала, завод очень серьезно лихорадил. Это был предмет пристального нашего внимания, не только нашего, и Минпромторга, и ВСК. Ну вот последние кадровые решения, они привели завод в чувство.